Стояла в поле белая береза, вокруг нее шептались колоски. И тот, кто знал судьбу березы, не мог смотреть без грусти и тоски. Ее историю нам рассказали люди, живущие в соседних деревнях. Для них береза – это символ жизни, любви, надежды в горестных слезах. Очень страшно, горели села, плавилась земля, страдали люди, женщины и дети, мучениям этим не было конца. По полю мать с двумя детьми бежала, хотела спрятаться от срыва и огня, но негде было бедным схорониться, ведь впереди березонька одна. Глаза бежала, что их орудие, смотрели женщины во след. Она бежала, прижимая деток, чтобы укрыться, спрятаться от ветра. Ломая ветки, накрывая сверху, она просила только об одном. Что бы ни случилось, те молчали и жили долго, счастливо потом. Вдруг страшно, звонкий стон раздался. Упала мать, прикрыв собой детей. Лежали долго те, не зная только, что нет их мамы больше на земле. Кто уцелел тогда, спасли детишек. Мать стала частью родной семьи. Хомик этот у большой березки превозгласили символом любви.